Военнослужащие Каспийской флотилии получили ключи от новых служебных квартир. 168 военных вместе с семьями теперь будут жить в комфортных условиях в только что сданном доме. Возводили его специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России. Подробнее Патимат Ханапова. Семья Габибовых несколько лет назад переехала в Дагестан из Астрахани. До сегодняшнего дня, говорит капитан Марат Габибов, пришлось поменять уже немало съемных квартир. Но такой уютной, где все продумано до мелочей, еще не было. Кроме восторга и восхищения больше ничего не выразишь. В квартире комфортные условия. Заходи и живи. Все необходимые вещи, которые... особенно женщинам необходимо. Все уже здесь продумано и стоит на своем месте. Здесь в шаговой доступности детские сады, медицинские, социальные, бытовые учреждения, в благоустроенных дворах оборудованы игровые площадки и автомобильные парковки, новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности в регионе. На сегодняшний день мы заселили 52 семьи. В ближайшее время, в ближайшие две недели, планируется заселение еще 116 семей. Данный дом построен для Каспийской флотилии в связи с ее перебазированием с Астраханской области. Также военные строители выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий. Использовались наиболее качественные современные теплоизоляционные материалы. Кроме того, смонтирована умная система отопления. Отметим, что возведение микрорайона началось в феврале 2019 года. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.